Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, видеотекарь. Продолжаем записывать ДБДшечку. Естественно, а что же еще? В этот раз каточка за Немезиса. Давненько Немезиса не выгуливал. Как вы прекрасно знаете, данного мана я уважаю. Хоть он, конечно же, и слабенький. Попробую отыграть от мутации через зомби. Насколько мне это поможет, не знаю. Но посмотрим. Повышает скорость мутации при уничтожении зомби ударом щупальцем на 100%. Зачем я тогда сердце взял? Если можно было вот эту зеленую фигню. Ну да ладно. Подношение... среднестатистические. Сейчас все вот этот венок берут, или что это такое? Тащим. Ждем. На будущее попытаюсь не забыть, что начинать записывать надо непосредственно с начала катки, а не из лобби. Опять карта чужого. Для Немезиса это пиздец. Это не Нюрса, это не Мор. Это даже не Анька. Не сюда. Ага. И наверняка заводят мейн здесь. Как говорится, гадалки не ходи. Странно. Ух ты, я слышу. Да пиздец. Да прекратишь ты, ну. Мейн, который во всех смыслах замедляет мана. Желательно, конечно, до 3 генов получить себе 3-ю стадию. Но сомневаюсь. Здорово. Естественно, мы не будем Джилл снимать. Нахера? Подойди. Да ё-моё, вы задолбали меня замораживать. Замороженный Немезис. Если, блядь, не прет, то не прет. Опа, это хорошо. Чё, Ребекка, как говорится, старс?
Или не Старс? Ты как думаешь? Я думаю, что все-таки Старс. Смотри какой. По кругу тупо бежит. Он даже назад не сдает. Он тупо бежит по кругу. Убиваю, конечно же. Естественно, сурку не понравилось. А вот что делать Ману, когда он играет на таком огромном поле, когда у него из способностей только кнут? Конечно, Ману делать нечего. Конечно, Ман сразу нуб. И прочие прекрасные слова. Честно, непонятно, как ее тут закрывать. Но как-то ведь надо. Ты, Джил, что ты думаешь, не ударил, что ли? Ты за кого себя считаешь вообще? Говорится, Биба и Боба. Два сурва-мейнера. Так, мне Джульетта показывает. Ядрить, колотить. Папуся. Мясо. Подожди, Джу, подожди, 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 подожди. Зря. Пробую. Да зачем? Вот почему она не была заражена? Раскатал на скеле. Детище света. И правда, это минус перк. Да нет, это никогда минус перком и не было. Сюда иди, Джо, сюда. Идеальная катка. Немец показал очень красивую игру. Турнирную игру. Тыква. Медленнее.
Ну, ждем пару секунд. К слову. Молчат. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами, как всегда, был Видеотекарь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.